То, что все люди переживают по поводу откровенности, просто в разной степени, это правда. Потому что каждый сталкивался с ситуациями, когда лишнее сказанное слово, потом все, что вы сказали, будет использовано против вас. Да? Значит, то, что есть потребность в общении, которую сложно проявить, на самом деле это вообще очень распространенное состояние сейчас у молодых людей, потому что ну, как бы способы прежней социализации разрушены, и навыки какого-то общения вовлеченного, они меньше. Ну, просто мы физически, в мое поколение, физически мы были вынуждены вместе, мы не могли даже созвониться, у меня в квартире не было телефона. Да? Если я хотел хоть какую-то информацию получить, там, эмоциональную поддержку, я должен был идти во двор, там, в гости там, и так далее. Это невозможно было сделать никак дистанционным путем. И вынуждены были создавать какие-то социальные отношения, тренироваться, набивать шишки там, и прочее, прочее, прочее. Сейчас этого нету, и большинство молодых людей испытывают проблемы с социальной коммуникацией. Они к тебе проявляют интерес. Для них это, для многих, тоже подвиг. Вот это сейчас неожиданно, на самом деле. Мне кажется, для них это свойственно. Ну вот, всем да. Свойственно. Вот это и, собственно говоря, есть эффект. Они точно так же переживают за откровенность. Поэтому, если ты хочешь, чтобы они с тобой были откровенны, ты должен создать условия безопасности для них. Тогда они будут меньше тревожиться. Значит, если мы говорим про социальные навыки, ну, очевидно, что они тоже у них не... как бы сказать, не высшего порядка. Они тоже привыкли больше общаться дистанционно через экран, потому что нет опасности. Ну, через экран можешь послать кого угодно, и тебе в этот момент не прилетит в голову. Вот. В прежнем доцифровом мире, если ты кого-то посылал, ты тут же получал в жбан, и как бы прямая обратная связь сразу срабатывала, возникало много, так сказать, новых когниций в интеллектуале. И для них это тоже проблемы. И если ты начнешь так про это думать, что уникальность твоих проблем на самом деле не такая уникальная, и другие тоже с этим сталкиваются, ты же можешь начать думать, как им помогать, и в результате ты сам себе поможешь. Да, вот это прям открытие.